Сегодняшняя провинция Хэлунцзян привлекает внимание всего мира более уверенным настроем. На пути качественного развития она устремляется к всестороннему возрождению в новую эпоху. Хэлунцзян расположена в самой северной и самой восточной части Китая. Изумрудные воды и зеленые горы представляют собой естественный экологический барьер. За 10 лет провинции Хэлунцзян удалось стать главной подушкой продовольственной безопасности страны. Производство Хэлунцзяна является основой национальной промышленности. За 10 лет старая промышленная база восстановила былое величие. Дежурное машиностроение Китая демонстрирует мудрость Хэлунцзяна. В течение 10 лет Хэлунцзян активно достигает новых рекордов открытости на севере Китая. Искать средства для повышения благосостояния народа, повысить благосостояние народа. Через 10 лет Хэлунцзян шагнет вперед. Время меняется, мечты сбываются. Сегодняшний Хэлунцзян привлекает внимание всего мира более уверенным настроем. На пути качественного развития она устремляется к всестороннему возрождению в новую эпоху.